Илья Ефимович Репин очень придирчиво относился к своим работам, потому имел обыкновение их дописывать и менять. Так на полотне «Не ждали» автор много раз менял главного персонажа, придавая ему разные эмоции и черты лица. Более того, Репин исправлял свои работы прямо в Третьяковской галерее. Так, однажды придя туда, он добавил пыли на полотне «Крестный ход» в Курской губернии и доработал лицо Ивана Грозного на картине «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». Из-за этой привычки Павел Третьяков распорядился не пускать живописца с красками в галерею.